3 километрах от Телецкого озера на берегу заснеженной Бии развернулся парк-отель «Бия Заповедная». Прекрасное место для отдыха всей семьей. Горный воздух, запах кедра, задушевные беседы за ароматным чаем. Здесь такое место, где брать в руки телефон хочется лишь для того, чтобы запечатлеть первозданную природу и показать ее вам. Парку-отелю «Бия Заповедная» 10 лет. Домик теплый, хорошо отапливается, комфортно и уютно в любое время года. Разом можно разместить до 20 гостей. Но спрос настолько высок, что хозяева приняли решение расширяться. И новые кедровые домики будут вмещать еще порядка 15 человек. То есть это будут 3 новых дома, которые будут от 3 до 5 гостей, возможно, будет размещение. Плюс у нас сейчас идет активное строительство бани, где будет мангальная зона замечательная, где будет бассейн, где панорамный второй этаж, который тоже будет для, возможно, будут проживать гости. Вот. И, соответственно, сам банный комплекс, ну, он вот немного модернизируется, скажем так. А летом на территории базы заработает бассейн. Искупаться смогут как малыши, так и взрослые. В декабре еще осталось немного мест. Спрос большой, успевайте бронировать. Бронь открыта и на летний сезон. Хозяева парка предлагают гостям бонус – 15% скидку или день проживания в подарок.